великим піднесенням проходив у Харкові 24-й Всесоюзний з'їзд хірургів. На з'їзд зібрались кращі хірурги нашої великої батьківщини. З'їзд відкрив професор-орденоносець Шамов. Товарищи, наши медицинские работники во время боев у озера Хасан работали исключительно самоотверженно, не щадя своей жизни. Под огнем противника, лежа на животе, оказывали они помощь раненым. Наши врачи не только организовывали вынос раненых с поля боя, не только оказывали сами на ходу помощь раненым, но когда встречалась необходимость, с оружием в руках защищали своих раненых от нападения японцев. Всей стране хорошо известный герой Советского Союза врач Бегаулев забросал гранатами нападавших на него японцев. Мы 90% всех раненых вернули в строй. Этой цифры не получала ни одна армия во время империалистической войны. Таким образом, наши врачи, наши сестры, наши военфельдшера, санитары и санинструкторы показали себя хорошими специалистами, хорошими организаторами, пламенными патриотами своей Родины, до конца преданными делу партии Ленина-Сталина.